Чё, как, зрители, это Гагатун. И мы продолжаем играть. Продолжаем смотреть на тёлочек. Юп! А, наверное, мы сейчас походим, поговорим тут с людьми в этой пещере. Будешь болтать со мной? Почему у меня ног нет? У меня есть руки, но у меня нет ног. Это печально. Даже нельзя к ним подходить так вот впритык и так начинать их делать. Так, хочешь поговорить, девушка моего брата? Так, будешь говорить или нет? Говорить! Поговорим сейчас с тобой. Смотрится здорово. Я поговорю про твою попу, но нет. В принципе, наверное, нет. Почти закончила. Спасибо, что делаешь все это. Ты делаешь то же самое, что и я. Знаешь, у меня есть безумный вопрос. А, ты выиграла первое место на чемпионате в прошлом году, так? Да. 400 метров. А как это чувствовалось, выигрывать? Не когда ты уже закончила на подиуме, а когда ты была в воде. Как будто я была... В общем, весь мир был мной, понимаешь? Такое чувство было. Знаешь, я никогда не думал, что я смогу убить кого-либо. В первый раз это чувствовалось неправильно как-то. Что немного хорошо, да? Но сейчас... Я чувствую, как будто я побеждаю. Вининг! Ты в порядке? Да, да! У меня просто тигры в крови, понимаешь, я Чарли Шина пересмотрел. Вининг! Бе Вининг! Окей. Ладно, поговорили. Так. С кем еще можем... А, с Оливером. Оливер! Тащи свою тощую задницу камнем, будем болтать с тобой. Че ты камешки кидаешь? Херешь? Это моя территория, камешки не кидай. Следи за своими камешками, а? Спасибо за защиту. Это место, оно вообще замечательное. Если ты извинишь меня... Что? Я так посмотрел на него, ну дебил какой-то. Ладно, я не буду плыть туда вниз. Смотри, что контейнер. Так, халявные контейнеры. Так, наверное, можно опять грибов поесть. Поэтому пойдем поедим. Время грибов. Точнее, таблеточек. Я перегнулся, кажется. Воды! Ай, безумие, тотал, друзья, окей. Я возьму, я приведу их, наверное, он сказал. Так, давай выпьем. Давай выпьем. Еще выпьем. Что-то у меня... Ты даже не полный наливаешь, кажется. Я даже не вижу, сколько ты там наливаешь. Давай еще. Мне кажется, мне еще нормально. Окей, нет. Окей, смеха видно хватит. Окей, я проснулся. Норм. О, у меня даже ноги появились. И что, можно еще попить? Как я на танцполе оказался? Окей, потанцуем тогда. Время танцевать. Чу-чу-чу-чу. Ой-е! Ту-ту-ту-ту-чу. Показываю крутые движения. Да, девочки, да! Посмотрите, король на танцполе. Йоу. Вон, телочка явно ей нравится мое движение. Так, как мне, какая кнопка выйти? Е-е-е. Так, можно прям походить, посмотри, прям какой-то... Battlefield. Ой, блин, какой... Black Ops, я хотел сказать. Снова с нами. Ладно, наверное, пора валить отсюда. Они, главное, у них все... У всех одежда почти одинаковая. Может, они говорят о Райли и Кифе? Ну, может быть. Мне нравится, как тут дискотека сделана. Нет, пацаны, что, посидим? Нет, ладно. Укромное местечко, да, нашли? Ладно, так. Нам не идти-то вообще. Так, пацаны. Окей, я пришел в нужном направлении. Эй, диджей! Привет, пацан! Ты видел моего брата? Чё?
Девушки тут переплачены, что? Эд. О, я вас помню. Да-да, води рядом с ним руками, да. Хотя тут по-нормальному это сделано вроде. Не то, что было у меня там. Она мимо него прямо водила руками. И через него водила руками. И вообще все было странно. Мне не дают присесть. Это неудобно. Так. Ты платил за девушку. Ты ее поцеловал. Она должна оплатить мне. Я тебе ничего не дам. Эй, успокойся. Давай деньги, заткнись и... Давай, приведи мне пиво. Эй, успокойся, парень, давай уйдем отсюда. Ты говорил, что никаких драк больше не будет. Ладно, как пожелаешь. Эй, чувак должен заплатить, иди в задницу, козел! Да-да-да, это наша земля, не твоя. Еще смотри за своей спиной, да, еще поговорим об этом, да. Окей, мы из-за этого дебила, что ли, во все это вляпались, который хотел из-за тёлки подраться? Как обычно, все из-за тёлок. Все из-за шлюхи. Так, ну ладно, ладно. Мы долго-долго просыпаемся, как обычно. Как обычно, мы немного не в себе. Но мы справимся с этим, надо идти на миссию. Давай, вставай быстрее, все. Походили, посмотрели, таблеточек поглотали. Да, ты на лодке, и он на болт, все, повали отсюда, быстрее, быстрее, взял, взял себя в руки, все, пошел, да, наконец. По этим лианам нельзя залезть, интересно? Да вроде некуда. Ладно, пойдем отсюда. С телкой мы уже поговорили. Так. Тебе лучше найти остальных, знаешь, я буду сам думать о том, что мне делать. Don't tell me what to do! Bitch! Так. Можно было ей сказать, I would if I could, bitch. Так, ладно. Виллис, это ты? Джейсон, ты там молодец и все такое, но мне нужна твоя помощь, видимо, как обычно. Как обычно. Как зовут парня? Мне нужно найти какого-то парня. Его зовут Бак, и he likes to... Не люблю незаконченное предложение. Ну ладно. Лайс туф, он. Ну, все мы знаем, что он любит. Как и все мы любим, я думаю. Так, и куда мне идти теперь? От... Я не вижу задания, а вот такие. Ну, ладно, тогда сразу переместимся. Я думал спланировать туда, но раз оно близко. Тогда мы просто телепортнемся. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Тогда мы просто телепортнемся. И все будет у нас тип-топ. Привет. Так, я, наверное, куплю у тебя патронов просто. Амунишн. Амунишн. I love Dubai. Да. Так. Ту-т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 у. Дополнительные миссии мне не интересны. Так, быстрее пули давай. Ну, главное, лягушатник такой, он все равно умудряется включать плавание. Так. Куда мне заходить? Это дверь? Отлично. А, это бар опять. Опять эти русские. Так, ладно. Привет, пацан, мне с тобой поговорить сказали. Ты Бак? Это не мое день рождения, ты, наверное... Сегодня, наверное, Рождество. В общем, я пришел поговорить о моем друге. Ты его купил, его уходит-то. А, его! Он сказал, что его имя... Да неужели? Да ты шутника, смотрю. Просто юморист. Ладно, ладно. Тогда это, ты, наверное, Джейсон Броди. Смотри, мне нужен просто Киф. Джейсон. Мы здесь не дикари. Мы просто бизнесмены. Мы ответственные капиталисты. Значит, тебе он нужен? Значит, ты должен сделать что-то для меня? И что же тебе нужно? Осторожней, Джейс. Если ты меня подведешь, то ты его никогда не вернешь. Так. Найди это для меня. Отдашь мне это, я тебе отдам этого, Стивен. Нет, что, Стивен? Верни то, что было потеряно. Я видел этот нож раньше. Нож? Нож? Да не гребаный нож!
Это искусство. В общем... Он сказал, что мы геи. В общем, нужно найти одного парня, который знал, где это было, но вас его поймал. Знаешь, что у него еще есть что? Нож? Нет. Не гребаный нож! Место! Значит, хочешь Кифа обратно? Найди гребаную лодку и приведи мне, в общем, что-то там найди. А пока иди нахер отсюда. Спасибо, спасибо за такое замечательное задание. У меня уже 3 поинта, я их не трачу просто. Может их покопить? Посмотрим, на что я могу их потратить? Двойные тейкдауны, значит. Тут защиту можно для вождения улучшенную. Это нам пока вообще не надо. Что еще можно? Так, двойной тейкдаун тут, лук. Improve stability. Может быть, лук прокачать? Перезарядка быстрее. Быстрее будет менять оружие. Ну, не знаю я даже, если честно. Больше, дольше под водой можно плавать. Давайте. Двойной тейкдаун. А это что такое? Пилить можно. Давайте двойной тейкдаун возьмем. Так. Отлично. И еще чего мы можем купить себе, например, перезарядку быстрее. О, да, тут, не знаю, как-нибудь. Драйвинг мы потом возьмем, наверное, перезарядку быстрее возьмем. И пойдем на миссию, потому что я очень долго сижу тут, думаю. Смотрите, за сколько татушек сразу набил. Один раз. Так, ну куда мы теперь идем? Теперь куда-то поближе. Окей, это довольно... Ну, можно поближе еще туда. Сюда мне! Сюда! Не зря я освободил всю территорию. Карта полна быстрых перемещений. Что интересно, нет? Так, валим. Отлично. Можно, конечно, стоило покачать лук. Что у меня там еще есть? Автомат. Ой, этот дробовик. Что у меня с глушителем? У меня есть 2 оружия глушителя. Нормально. Один с глушителем, другой такой. Один белый, другой окей. Уп. Я надеюсь, он сейчас нормально скатится. Не как обычно, он любит скатываться. Что, нет, плыть туда? Ох. Надо было прокачать какое-нибудь быстрое плавание, если оно такое есть. Не страшно. Окей, нормально. Побежали. Та-та-ри-та-ри-та-ри. Здесь есть лодка. Так, это свои ребята. И на пару листочков я сорву, чтобы медицины себе наделать. Пока мы не вляпались в какое-нибудь дерьмо. Теперь у нас 5 их. Могу отсюда прям сейчас спрыгнуть. Оп! Окей, какая-то странная анимация была, ну ладно. Так, поплыли. Какие-то я постоянно юпой действия совершаю, это мне уже начинает надоедать. Так. Ну что, лодочка, я плыву к себе. Наверное, под водой будет быстрее. Так. Ностальгия? Этот корабль зовут Ностальгия? Это клево. It's kinda cool. Так, ну ладно, я не знаю. Там, наверное, опять может быть по стелсу проходить. Но по стелсу у меня порой проблемы. Кстати, он долго? Он будет умирать или нет? Но он уже мычал. Так, отлично, мы подплываем к берегам ностальгии. What? Вы видели это дерьмо? Акула заспавнилась из воздуха! What the fuck is that shit? Акула спавнится из воздуха, это я, если честно, не видел никогда. Эй, задницы еще залезли на судно. Ага, отлично, норм так. Чем там есть парень один, надо его пометить, наверное. Пометишь его? Окей. Блин, их слишком много. Тогда попробуем пройти как-нибудь по стелсу, может. Какой стелс?
Так, отлично. А, ладно, давайте тогда расстрелять. Сейчас они будут все выходить в удивлении, и мы их будем расстреливать. Надеюсь, тут нет никаких тавгаев среди них. Он наверху. Соси. Так. А, нормально так. Убивали. Тут ничего полезного не оказалось, неожиданно. Так, а, ребята, все больше и больше. Это внизу. Норм. Кстати, меня некоторые спрашивали, откуда у меня такой автомат уже взялся. На самом деле, я освобождал блокпосты, и их, по-моему, то ли за блокпосты дают, то ли за найденные вышки, я не помню. Ну, за что-то из этого. Ох ты ж! Это нехорошо. Не люблю парней в броне, поэтому валим, пока валим отсюда. Так, в кого себе... Мы пока убежим, посмотрим, как мне сзади зайти можно ли. Пососи это. Так, нет, ты сейчас будешь сосать у меня мой молотов. Соси мой... Это не молотов. Да какой, никакого хера ты не молотова кидаешь? Твою мать, ты чё, серьезно? Так или иначе он сдох. Кидал молотова! Я выбираю молотов, он кидает какое-то говно. Окей. Кидатель говна, так. Сейчас по-быстрому еще тут можно полутить. Что только тут? Где тут лутить? Парни. Где тут что лутить? Я ничего не вижу. Может, она внутри корабля? А. Уже все сложнее, чем кажется. А может, она где-то тут? А, вон она. Окей. Он не может перелезть здесь. Ок. А, ок. Как мне... Если он не может перелезть там, то как мне туда залезть? Или он может перелезть? Не хочет? Фигня. Ок. Это был интересный опыт. Ну, давай. Спасибо за патроны. Но я думаю, что они мне не понадобятся, потому что я опять по стелсу сейчас все пройду. Да че мне патроны, когда я прохожу по стелсу? Незачем, конечно же, незачем. Мне нужны эти исследования. I need this fucking research. Да какого хера тэкдаун? Где мой тэкдаун? Сколько пиратов на этом крёбаном корабле? Ну, скоро мы это узнаем, потому что мы сейчас всех их сагрим. Почему тут столько крови? А кто включил сигнализацию? Так, отлично. Где её вырубить? Ох, найс. Да, вот теперь ты кидаешь молотова, да? Так, просто сгорите, пожалуйста. Я не собираюсь леса сгорать. Так, чувствую, там сейчас вылезут приятели. Что происходит? Я еще не вижу такого освещения и искорок еще. Держи. Ох, черт, я сам себя поджёг, кажется. Вколем, отдохнем, расслабимся. А! С дробовиками хедшат такие, это работает. Ну, норм так. Хедшот, 200 очков. Калаши мне не нужны. Это все? Все, что мне нужно? Я чувствую, что где-то это место где-то на этом компьютере. Я прям хакер. Смотрите, сколько всего я открыл сразу. Вот и он. Наверное, эта штука должна быть важна. Ну, возьмем ее на всякий случай, почему нет. Все, закачивай, закачивай быстрее.
кусок говна, это как я говорю своему компьютеру, когда он рендерит, но... Что? Окей, как обычно. C4! Сейчас будет, наверное, опять Uncharted. Опять тонущий корабль. Оу. Даже графика немного похожа. Давай прыгай, что уже, деваться-то некуда, плывем. Не зря я тогда покупал себе возможность плавать под водой. Как босс. Где это мы вообще? Мы тонем или как? Так, и мертвые люди, посторонитесь. Что такое? Это рифы? О боже. Плывем дальше, не обращая внимания ни на что. Надеюсь, ни по кому стрелять не придется. Нужно выбираться отсюда, да ну, я капитан. Так. Ну да, это ведь мне очень поможет. А, куда идти-то? А. Окей, окей, тут уже все. Кажется, мы оттуда ушли, нет? Ну ладно. Бывай, не бывай, я чувствую, нас сейчас опять затопит. Окей. Я надеюсь, что я знаю, что я делаю. Потому что такое чувство, что я хожу по одним и тем же местам. Куда тут плыть? Ок. Что? Иди нафиг! Ты тут что забыл? Задницу пошел, да? Я хоть те кнопки жму. Нет, я не те кнопки жму. Ох, черт. Piece of pest. Piece of pest! Past, pest, ладно. Сколько у нас? Окей, заново все плыть. А, промотаем. Что ж, мы продолжаем. Мы где-то были тут. Тут выскакивает неожиданный парень. Что меня удивляет, это то, что кнопки пишутся русские, а не английские. И поэтому я их путаю. Я нажимаю А, и это типа влево, например. И поэтому я зафейлил прошлое испытание. А, возможно, воздуха, подышать воздухом. Ой, хорошо, кажется, это был не воздух. Это... Окей. Мы сейчас опять сейчас пытаются с всех сторон, какая-то херня плывет перед нашими глазами. Зачем мне дышать, если тут окно есть? Я наверняка смогу и так выбраться отсюда. Йоу! Ох, что там взрывается? О боже мой. Куда это вообще мы приплыли-то мы куда? Это Титаник. Давай, плыви к свету, к акулам, к мертвым людям. Так, нормально так светом ударило по глазам. У меня опять будут какие-то наркота. Опять будет какая-то наркота у меня сейчас. А нет. Я думал, что сейчас какая-то будет бред. Проснись и пой. Давай. Давай. Да вставай, твою мать. Вот, видишь? Ты нашел мой приз или нет? Он не был, его не было на лодке. Эй, Джейсон. Кив будет очень расстроен. Я не знаю, потому что меня это смешит. Ты нашел хотя бы компас? Ну вот эта херня, наверное, компас. Она магическая? Что? Магия? Следуй компасом, спасибо за помощь. Да в любое время. Ты справишься сам, потому что я нужен Кифу, пока. Окей. Магический компас? Тут что есть? Окей, магия. Вот это уже пахнет плохо. Если тут будет магия. Я не хочу. Чем магия? Зачем? Ладно, на этом все. Если вам понравился этот ролик, то не забывайте подписываться на канал, ставить комментарий, ставить палец вверх. На этом все. Надеюсь, это не будет как в Assassin's Creed. Предки прошлого, всякая хрень. Черт. Нет! Нет, никакой магии! Сделайте мне нормальную! Блин!